О деталях нового направления в своем центре детского развития и досуга «Стрижата» Ольга Горбунова рассказывает с большим воодушевлением. В этом году сбылась давняя мечта. Удалось организовать занятия по нейрогимнастике с элементами логаритмики. Это комплекс физических упражнений в игровой форме. Занятия построены от простых элементов к более сложным. Освоить программу могут даже малыши с 4 лет. В результате наших упражнений ребенок хорошо начинает думать, у него хорошая память, внимание, у него стимулируются такие же, как бы все когнитивные процессы. Мы планируем закупить все, что необходимо для проведения нейрогимнастических упражнений, а именно это ортоковрики, это доски бельгоу и все сопутствующие как бы дидактические и методические материалы к ним. Материальная помощь поступила со стороны регионального профильного министерства. Руководство центра получило грант 500 000 на осуществление задуманного. Такая поддержка – элемент национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В рамках национального проекта в целом на меры поддержки предусмотрено в текущем году более 925 миллионов рублей. В основном данная сумма будет направлена на создание готовых производственных площадей. Кроме того, популярностью пользуются финансовые меры поддержки. В первую очередь это услуги региональной гарантийной организации и фонда финансирования промышленности и предпринимательства. Благодаря поддержке региональные предприниматели осваивают новые направления деятельности, самые популярные в сфере туризма и образования. В результате область получает регулярные налоговые отчисления в бюджет, а владельцы бизнеса – комфортную среду для развития любимого дела. Всего в Ульяновской области зарегистрировано больше 40 тысяч субъектов малого бизнеса. Александра Никитина и Олег Тоньшин. УПравда ТВ.